прошедшие выходные волонтеры Башкирского государственного университета отправились в Дюртюлинский детский дом. Организовал и курировал данную поездку молодежный совет. С собой волонтеры привезли игрушки и канцтовары. Однако помощь была не только материальной. Студенты БашГУ приготовили целую программу, приуроченную ко дню космонавтики, а также провели несколько мастер-классов. Организовали веселые старты, различные развлекательные программы. Также с воспитанницами детского дома от 12 лет была проведена беседа по созданию дневного, вечернего макияжа, а также по уходу за собой и по внешнему облику. Воодушевившись теплым приемом и благодарностью со стороны детей, молодежный совет принял решение создать городское общество волонтеров. Список работы для них уже намечен. Организаторы планируют проводить творческие уроки с детьми-инвалидами, рисование, аппликация. Но главную пользу своей будущей работы они видят в общении, которого таким детям зачастую не хватает. Так как у нас детей-инвалидов в городе всего 490, из них лишь около 30 обучаются в школах. То есть остальные у нас ограничены в обучение в выездном именно, и поэтому родители хотят, чтобы дети тоже с кем-то общались. Всех желающих проявить себя в данной деятельности молодежный совет ждет каждый понедельник в 20 часов в третьем кабинете Дворца молодежи. Однако это не единственный проект, разработкой которого занят совет. В самое ближайшее время стартует школа молодого предпринимателя, освещение и поддержка которого ведется уже сейчас. Школа молодого предпринимателя проводится уже в четвертый раз. Целью данного проекта является популяризация предпринимательства среди молодежи. На этот раз обучение проводится в Нефтекамском филиале Башкирского государственного университета в первом корпусе. Всех желающих просим быть. Обучение будет проводиться с 14 по 22 апреля с 17:30 до 19:00. И самое главное, оно будет абсолютно бесплатным. Резида Садридинова, Ильшат Исламов, Время новостей.